Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня наш гость — доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день, добрый день. Тема нашей сегодняшней беседы — Октябрьская революция, Великая Октябрьская социалистическая революция, как кому ближе, и, естественно, мифы вокруг этого события. Итак, вряд ли можно найти другое столь же мифологизированное событие в истории нашей страны, как Октябрьская революция. Итак, самый первый миф. Скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич, говорят революция, другие говорят переворот. По-моему, все-таки переворот — это когда шило меняется на мыло. Да, да, вот, например. Что было? Что было, была настоящая революция. Тектонический сдвиг всего. Ведь была монархия, самодержавная, хотя она и рядилась в тогу законосовещательной Государственной Думы. Но оставалась самодержавная монархия. Что левая нога Николая захочет, или правая нога его жены, то и делалось. Все изменилось в одночасье. Рухнула многовековая монархия, и народ воспрял. При этом каждый народ, а у нас их было очень много народов, вставал на ноги по-разному. Например, европейская часть, прибалты – это одно, русские, белорусы, украинцы – другое, Кавказ – третье, Средняя Азия, Сибирь – все по-разному, но самое главное, менялась и политика внутренняя, и менялось более главное – отношение к земле. Россия же была на 80% крестьянской страной. И эти крестьяне были неграмотные и лишены земли. Реформа, которая отменила якобы крепостное право, она освободила крестьян не только от зависимости к помещикам, но и от земли. До 1905 года крестьяне должны были платить каждый год деньги бывшему помещику, который соизволил уступить им немного земли. Вот это-то все и рушилось. Рушился помещичий строй, рушилось отношение к производству, отношение к самостоятельности хотя бы на началах самоуправления. Именно тогда начинают возникать первые ростки независимости прибалтийских республик, Украины, Закавказья. То же самое происходит в Средней Азии, в Поволжье, башкиры, татары требуют какой-то доли самостоятельности, ведь, несмотря ни на что, они ухитрились прожить 400 лет под гнетом царизма, не изменив своей жизни. Башкиры как были кочевниками, так и остались. Татары и башкиры как были мусульмане, так и остались. И русская православная церковь палец о палец не ударила, чтобы унифицировать страну. Но самое главное было неграмотность. Юрий Николаевич, да. Я, наверное, все-таки с первым вопросом поторопился. У меня вот к вам какой вопрос. Да, да. Количество лжи по поводу Октябрьской революции зашкаливает. С каждым годом, чем ближе мы к столетию, тем ее больше и больше. Конечно. Почему? Вот, а как же? У меня вот вопрос к вам какой. Почему никто не начинает с февраля? А очень просто. Ведь февраль – дело темное с точки зрения тех, кто и проводит псевдоофициальную линию в нашей истории. Невозможно отрицать того, что Николай отрекся за себя и за своего сына. Невозможно отрицать, что его брат Михаил
через день также отрекся от власти. Ну как это отрицать? Невозможно. Невозможно отрицать и того, что Николай отрекся под давлением всех командующих фронтами Первой мировой, она же империалистической войны. Все единодушно командующие фронтами потребовали отречения царя. Это означает, что произошел раскол не только между народом и властью, но между армией, которая должна была вроде бы быть верной царю, и царем. Поэтому все помалкивают. Помалкивают, что с мартовской революцией, уж тут трудно вычислить, давайте считать 2 марта отречение царя и революция. Флагом Российской Республики стал красный. Не большевики его придумали. Придумали во временном правительстве. А временное правительство – это думские либерально-демократические фракции. Совершенно верно. Дальше. Когда вставляют хронику тех дней, обязательно показывают солдата, который прикладом винтовки сбивает двуглавого орла. Только летом 17 года появился новый вариант нашего герба. Да, двуглавый орел, но без корон, без кипетра и державы. И это понятно, то же самое сделали год спустя в Австро-Венгрии, точнее в Австрии, когда рухнула двуединая монархия, сохранили габсбургского двуглавого орла, того самого, которого мы себе прихватили потом, но также без корон, а в лапы этому орлу дали молот и серп. До сих пор это герб Австрийской Республики. И, наконец, гимн Марсельеза, только с нашими уже доморощенными словами. Вот что произошло в марте месяце. Понимаете? И вот это очень неприятно нашим лжедемократам, которые пытаются себя вести от тех, кто составил первый состав Временного правительства. Все было по-другому. И не было царского флага, и не было царского двуглавого орла. А сегодня вдумайтесь, наш императорский орел, который олицетворял Российскую империю, в которую входила Финляндия, Прибалтика, Польша, Украина, Закавказье, Средняя Азия. Какой этот герб имеет отношение к сегодняшней стране? Ну, можно только пожать плечами. Понимаете, вот это все заставляет сводить все разговоры о революции, воистину великой, которая оказала влияние на весь мир. Это безусловно, и признают все, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Азии, и где угодно. Следующий вопрос. Вот если бы, то мы бы и Константинополь, и вообще войну бы выиграли. Да. Но ведь это армия разбежалась. Понимаете, это у нас любимые разговоры. Дискредитировать революцию путем фантазии. Но ведь революция-то февральская дискредитируется. Но это им наплевать, они даже не очень соображают, что они дискредитируют. Им самое главное обвинить во всем большевиков. Понимаете, вот не было бы большевиков, все было бы нормально. Царь сидел бы на престоле, вокруг ходил Распутин, и творилось черти что бы. Вот это вот признается. Но главное, с чего начинают? С участия России в мировой войне. Россия, вступая в войну, была не готова к этой войне. Ведь пусть наши уважаемые слушатели возьмут либо дома, из домашней библиотеки, либо в библиотеке районной, городской, воспоминания Павла Николаевича Милюкова, создателя и лидера кадетской партии, самой основной и главной на момент февральской революции.
безусловный лидер. Человек, который всеми фибрами души ненавидел большевиков и советскую власть. Человек, который создал белое движение, придумал его, вложил в него свои идеи. Так вот, если взять его книги, воспоминания, дневники, историю Второй русской революции, вы там прочитаете все, что Россия, вступая в войну, с точки зрения военного министра Сухомлинова, рассчитывала на 6 месяцев, не больше. Понимаете? Так ведь снарядный голод, я специально вот вчера готовился к разговору, я посмотрел, снарядный голод преодолели в 16-м году. За счет чего? И то конца... Нет. Его не преодолели, так никогда и не преодолели до самой революции. Мы купили за границей, покупали в Америке, в Японии, в Англии, во Франции, в воюющих странах. Эти самые снаряды, эти самые патроны, броневики, Ленин на броневике, но броневик-то английский. Да, Викерс. Угу. Да, мы покупали винтовки, которых не было у нас. Во время гражданской войны вдруг оказалось, что каждая армия, там у Колчака одно оружие, у Деникина другое, что успели куда завести. Не было ничего. Более того, самое страшное, не хватало сапог для солдат. Понимаете? А воюем-то мы зимой, а зима-то у нас 5-6 месяцев, и походите-ка в рваных сапогах по холоду или по слякоти ледяной. Дальше, опять же, хроника, самая заурядная кинохроника, Западный фронт. Там все, и немцы, и французы, и англичане подвозят солдат на передовую, на грузовиках. На грузовиках подвозят снаряды, патроны, все, что надо. А у нас сивка. Сивка, и за ней тянется нагруженный воз. Простите, а откуда эти лошади брались? Они брались каждый год, вернее, два раза в году мобилизация лошадей у крестьян. У крестьян отбирали лошадей, больше неоткуда было взять. А лошадей нужно кормить, нужен фураж. И фуража уже в начале 17-го года не было. Почему Генштаб через Министерство иностранных дел уже временного правительства отправляет на Запад своим союзникам бумагу, где пишет, вот такое-то положение у нас, и поэтому обещанного наступления не будет. И чем занимались наши командующие, придумывали, как бы лучше вообще перестать воевать, на это сил никаких не было, но так, чтобы не очень обиделись в Париже и Лондоне. А ведь мы-то необходимы были как пушечное мясо и не больше. Вы посмотрите, начинается война, мы в нее вступаем, и тут же вдруг без подготовки мы кидаем две армии, Рейнкамфа и Самсонова, в Восточную Пруссию. С чего вдруг? А очень просто. Немцы подходят к Парижу из Фландрии и из Эльзаса. И вот-вот они захватят Париж. Нужно спасать положение. Каким образом? А давайте русскую скотинку, солдатиков кинем в огонь войны. Пусть там гибнут, зато немцы перебросят свои части на восток, с запада. То же самое. Да, Брусиловский прорыв. Как мы любим красиво говорить о нем. Да, Брусилов прорвал австрийский фронт, во второй раз взял Львов, Галич, другие города Западной Украины, или, вернее, Восточной Галиции. Почему? Да очень просто. Италия вступила в войну. Ну, великая военная держава Италия. Тут же начала терпеть поражение от австрийцев. И чтобы спасти Италию, не дать возможности ей выйти из войны, готовится серьезное наступление у нас на всем фронте. Но
разгильдяйство даже тогда, 16-й год, еще не революция. Брусилов наступает, его должны поддержать. И Южный фронт, и Западный фронт, черта с два. Никто не сдвинулся с места. Поэтому, хотя войска Юго-Западного фронта Брусилова и продвинулись далеко, и снова заняли территорию Восточной Галиции, но затем подошли немцы, разбили нас, и мы отступили дальше той линии, с которой начинали наступление. Вот как мы хорошо воевали. А возьмите еще одну печальную историю Черноморского флота. Англичане с участием французов, австралийцев и новозеландцев высаживаются в Галлиполи, полуостров Галлиполи. И громят. Да. И что происходит? У Черноморского флота 8 линкоров новых. Довольно значительные силы. Казалось бы, сутки пройти Черное море и поддержать союзников, которые ничего не могли сделать, продвинуться ни на сантиметр. Наш флот стоит безучастный, как будто рядом союзники не гибнут. Это как назвать? Вот как мы воевали. Сегодня у нас говорят, ах, вот великая, вот тут победа, здесь победа. Да не было никакой победы. Если мы уже в 15-м году оставили Польшу, оставили Литву, затем оставили Южную Латвию, точнее, как называлось тогда, Курляндию, немцы вышли к Риге, и у них была открыта дорога на Петроград, на столицу. И там началась паника, и началась эвакуация Петрограда. Начали вывозить художественные ценности из Эрмитажа. Начали вывозить золотой запас, который хранился в столице. Это как назвать? Победное шествие? Понимаете, ну не хотел русский солдат, русский и украинский крестьянин, да к тому же уже в это время набирали 30-35-летних, воевать непонятно за что. За Дарданеллы. Так они, понимаете, ну неграмотный солдат, он не умеет ни читать, ни писать. Он не знает географии, какие Дарданеллы ему. Кто такие немцы, с кем он воюет, за что, почему? Ну, не хотели они воевать. И поэтому фактически весной 17-го года фронт рухнул. Рухнул еще не только потому, что эти солдаты не хотели воевать и устали от войны. Началось движение в деревне, черный передел. Крестьяне, не дожидаясь никаких реформ, никаких революций, никаких законов о земле, стали сжечь помещичьи усадьбы, предварительно вытащив весь сельхозинвентарь и разнеся по домам. И затем делить помещичью землю, ту, которая оставалась у помещиков. Юрий Николаевич, значит, да. Тогда получается так. Я тут не буду ни за что непонятное воевать, а то без меня поделят деревни землю. Совершенно верно. Ведь сегодня никто не желает вспомнить. Землепользование было с помощью общины. Владел землей не отдельный крестьянин, не отдельная семья крестьянская, а совокупность жителей данной деревни или села. Они составляли общину, и этой общине принадлежало определенное количество десятин земли. И каждый год, либо раз в 2-3 года, эту землю делили на наделы по количеству едоков в каждой семье. Чем больше взрослых мужчин, тем больше земли доставалось. Главный взрослый мужчина угнан на фронт. Без него делят землю, значит, его семье достанется меньше, чем соседу. Ну как это можно стерпеть? Более того, он получает письмо из дома, которое ему читает умеющий читать солдат.
И он узнает, что растащили инвентарь помещичий, разделили лошадей, сохи, плуги, жнейки, что там было, все потащили. А он-то сидит в окопе и не может утащить. Значит, он становится каждый день беднее только потому, что он непонятно зачем сидит в этом окопе. Ну да. И земли не хватает, и ничего не хватает. Юрий Николаевич, да. Я вот какие цифры. Значит, тут есть люди, но они безумны. Но, тем не менее, у Ленина же есть термин «полезные идиоты». Да. Вот они пишут, что большевики, то, что вы говорите, агитка, и большевики развалили великую державу. Значит, динамика доли страны в мировом производстве. Россия, 1881 год, 3-4%, 13-й год, 5,3%. США, 28,6% в 1881, 35,8% в 1913. Великобритания на 13-й год, 14%. Германия, почти 16%. Франция, 6,4%. Это великая промышленная держава. Вы забыли добавить Бельгию. Дело в том, что в то время, до Первой мировой войны, положение в экономике стран исчислялось по производству чугуна и стали. И вот, если считать поэтому, по производству угля, стали и чугуна, на первом месте США, на втором месте Германия, на третьем Великобритания, на четвертом Франция, на пятом Бельгия. Угу. Мы занимаем почетное 6-е только потому, что не было уже 7-го, 8-го и так далее. Все, на этом кончалось. Мы были последние. Меньше, чем Бельгия производили. А простите, как можно воевать, если у тебя нету стали? Ты не можешь производить пушки, винтовки в достаточном количестве, снаряды. Все же уже было завязано на экономике, на промышленном производстве. А у нас же ведь говорят, что таких темпов промышленного роста, как у России до Первой мировой войны, вообще нигде не было. Правильно, это из разряда того, как мы в свое время считали рост производства холодильников по сравнению с 13-м годом. Ну да. Бешеный был взлет, бешеный. Но смотрите, Англия, Франция, Америка, Германия производят самолеты. Пусть еще никудышные, но это понятно, только начинается военная авиация. А мы-то летаем, наши летчики летают на французских и английских самолетах. Да, на Ньюпорах, на Форманах. Совершенно верно. У нас даже этого не было, автомобилей не было. Первый наш завод в Риге, сборочный, нам привозили детали из-за рубежа, из Франции, из Англии. И в Риге собирали из этих деталей, как сегодня производят всякие японские, американские и прочие машины. Сборочные заводы – это не производство настоящее. То же самое, как говорят, что царская Россия кормила полмира. Ну ладно, полмира – 3/4 Европы. Почитайте статью с доказательствами, с фактами Игоря Пыхалова. Она называется «Кормила ли Россия пол Европы?» И будет вам счастье. Юрий Николаевич. Нет, подождите, я бы тут добавил еще одно. Мы всегда гордимся своим крестьянским хозяйством до революции. Но никто не вспоминает, что производство зерна с одной десятиной, она же условно гектар, была ниже чуть ли не в два раза, чем в Голландии, Германии и во Франции. То есть каждый наш гектар земли давал в половину того, что давала в Европе та же самая земля. А мы хвастаемся черноземом, и действительно чернозем был. Ведь заговорили о том, что землю нужно удобрять химическими удобрениями только в середине 20-х годов. И кто? Дзержинский первый потребовал. Немедленно, чтобы развивать сельское хозяйство, нужно наладить производство удобрений, которых у нас никогда не было.
25-й год. Дзержинский, которого все ненавидят, неизвестно почему. А потому что не знают ни черта. Ну, конечно. Юрий Николаевич, значит, полминуты у нас остается до новостей. Ага. После новостей мы с вами продолжим нашу прогулку по историческим мифам. А пока я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас по телефону доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. И сегодня разговор с Юрием Николаевичем продолжится до часу. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Юрием Николаевичем Жуковым. Юрий Николаевич, ну да. Тут, как всегда, все, просто я ввожу вас в курс дела, все большевистская агитка, да. Это большевики армию распропагандировали, ага. На немецкие деньги. И вот давайте вот с этого мифа и продолжим. Значит, вопрос такой. Сколько большевиков было после февральской революции? Что это был за пломбированный вагон? И какое количество фальшивок окружает немецкие деньги, так называемые? Да, да. Я думаю начать с другого. Предложить нашим читателям, которые придерживаются другого мнения, взять школьный учебник, сегодняшний школьный учебник, и посмотреть в нем на карте, где проходила линия фронта на февраль 17-го года, чтобы они увидели, что армия оставила гигантские районы: Прибалтику, Белоруссию, Польшу, Западную Украину. Все уже было оккупировано врагом, и армия не могла продвигаться всерьез на запад. Это первое. Второе. Пусть они найдут число большевиков на период революции. Февральской? Марш. Февральской. Ну, угу. Конечно. Более того, выяснят, где они были. И, думаю, с большим удивлением узнают, что половина большевиков находилась в Сибири в ссылке, а другая, большая половина, находилась в Европе, в эмиграции, в Швейцарии, во Франции, в Англии. Некому было распропагандировать армию. Не было еще большевиков. Сами солдаты отказывались воевать. Вот в чем проблема. Что произошло дальше? Да, большевики приехали. Приехали. А сколько их было? Юрий Николаевич, вот сколько их было, скажем, март-апрель? Вот Ленин приезжает в апреле. Их приехало 29 человек, включая жен и детей. Понимаете? Нет, а вот Ленин приехал в апреле. Вот к тому моменту сколько было большевиков, да даже с сочувствующими по России? Такие цифры есть? Вы знаете, эти цифры у нас увеличивались с каждым годом. Угу. По моим оценкам, хорошо, если было 5-7 всего. Угу. При этом и состоящих в партии, и вступающих, и сочувствующих. И повторяю, они были разделены на две группы. Одна в Сибири в ссылке, другая в Европе в эмиграции. Угу. И вот, что происходит. Февральская революция. Конечно, все эмигранты рвутся на родину. Не только большевики, и эсеры, и кто угодно. Ну как же, такие дела. В столице решается судьба страны, а они где-то отсиживаются. Нужно ехать. И тогда даже большевики, Ленин, Зиновьев и другие, пытаются уехать через Францию. Самый простой путь. Они в Швейцарии, рядом Франция, проехать до Великобритании, там на пароход, через Северное море в Норвегию, поездом через Швецию и Финляндию в столицу. Но англичане отказываются давать большевикам визы. Почему? А они против войны. Не против войны России с Германией, а против войны вообще. Против войны
Германии, которая ведет на Западе и на Востоке, против войны, которую ведет Австро-Венгрия, Турция, вообще против войны. Понимаете? Пацифисты. Англичане не пускают большевиков, группу Ленина. А другие, кто были, например, Плеханов, Литвинов, будущий нарком иностранных дел Советского Союза, Керженцев, который после гражданской войны возглавлял ТАСС, он тогда назывался Роста, Пестковский, который был заместитель наркома по делам национальности и товарища Сталина, они, находясь в Англии, спокойно садятся на пароход и едут через север домой. Не пускают только большевиков. Ленин стремился так сильно, что готов был изображать даже контрабандиста, лишь бы быстренько-быстренько пробраться на родину. Ничего не получалось. И тогда швейцарский социал-демократ Фриц Платтен договаривается с немецким послом, что пропустят иммигрантов через Германию. Но там же были не только большевики в числе этих иммигрантов. Совершенно верно. Так вот, давайте я вам все по порядку и скажу. Что вначале в первой группе были большевики, будущие левые эсеры и меньшевики. И что означает пломбированный вагон? Да только одно, что они находились в вагоне, наши иммигранты, и им запрещалось выходить на станциях и вести пропаганду. И чтобы не допустить этого, два немецких офицера караулили выходы из вагона. Вот вся пломбировка. Но ведь после первой группы наших иммигрантов уже 29 апреля отправляется вторая. И не 29 человек, а 257. При этом в основном эсеры, меньшевики, так называемые межрайонцы. Межрайонцы, да? Да. И прочие, включая еврейскую рабочую партию «Бунт» и мелкие группировки. Вы думаете, на этом кончилось? Черта с два. 30 июня из Цюриха уходит новая группа, 35 человек, тоже с женами и детьми, включая Минжинского, который потом возглавит ГПУ, и Семашко, который стал наркомом здравоохранения. Наконец, из Болгарии, опять же через Германию, а Болгария была союзником немцев, проезжает четвертая группа. И таким образом всего за апрель, май, июнь месяц 329 человек политиммигрантов вернулись на родину. О, Юрий Николаевич, ради бога, извините, если кто-то хочет дозвониться, вы можете дозваниваться, но вам никто не ответит сейчас. Да. Прошу вас, Юрий Николаевич. Да. Понимаете, речь идет не только о Ленине и Зиновьеве. 329 человек, из которых 300 не большевики, а эсеры, меньшевики, кто угодно, те, кто был противником большевиков, кто выступал за войну до победного конца. Они что, тоже, по мнению недоверчивых слушателей, разрушали армию и великую страну? Не думаю. Да нет, ну... Юрий Николаевич, вы понимаете, противная сторона, она вот как прочла Мурзилку с описанием, они с тех пор больше ничего не читали. Русскую революцию спланировал, подготовил немецкий еврей Парвус. Ну, боже мой! Да. Ну, боже мой! Ну, в горячем бреду. Да, с этими делами очень много было в эмиграции разговоров. Конечно же, ну, неприятно было тем, кто оказался снова на Западе, уже как изгнанный из родной страны в результате краха во время гражданской войны, признавать свои ошибки. Нужно было свалить на кого-то другого. Но всегда так бывает. Возьмите любого мальчишку, который получил двойку в классе, скажем, по физике. Он будет обвинять кого угодно, только не себя, и не говорить о том, что получил двойку, потому что не выучил урок. Не выучил урок. Всегда так бывает. Конечно, охота быть правым, а все кругом виноваты.
И, скажем, был такой наш отечественный историк левых убеждений Мельгунов. Да. Он уехал, эмигрировал из Советской России в начале 20-х годов и на Западе выпустил очень много брошюрок, посвященных всяким проблемам. И одна из них касалась как раз вопроса денег, откуда, что и как пошло. То, что вот вы отметили. Его брошюрка называется, если я не ошибаюсь, «Немецкий золотой ключик и российские большевики». Он там разбирал все проблемы, откуда что взялось. Так вот, он не сумел в книжке, выпущенной им в Париже в 40-м году, доказать, что большевики работали на немецкие деньги. Он взял единственный сборник документов, который пыжился доказать, что большевиков немцы купили, так называемые документы Симонса. И сам же Мельгунов говорит: вранье, подлог, фальсификация. Он не сумел доказать, что не было денег, но вместе с тем он доказал, что то, что доказывалось, это вранье от начала до конца. И также ведь доказал, что это вранье американский известный политический деятель Джордж Кеннон. Конечно, конечно. И потом наш историк, который был сначала на демократически-либеральных позициях старцев, да, он изучил материалы Кеннона и сказал, что да, это действительно, да, вранье. Но самое важное, я считаю, в этих историях с деньгами другое. Ведь никто у нас не интересуется тем, что писало хотя бы Временное правительство в своих газетах. А Временное правительство издавало официоз, вестник Временного правительства, где публиковали только официальные документы власти. Так вот, в номере за 11, оно же 24 июня 17 года, в этом вестнике Временного правительства публикуется на подвал заявление Министерства иностранных дел Временного правительства, где пишется, что, мол, в последние дни на рынках, на улице все говорят о том, что Временное правительство содержится на немецкие деньги. Не большевики, Временное правительство. И поэтому Временное правительство вынуждено объяснить, что да, из Германии деньги идут в Россию. Сначала они шли через Соединенные Штаты, а когда США вступили в войну, то через Швецию. Что это за деньги? Это деньги на содержание гражданских репатриированных, интернированных подданных Германской империи. Было много, гражданских лиц, началась война, их полуарестовали, но нужно их кормить. За каким дьяволом нашему правительству кормить немцев, врагов? Да. И тогда мы получаем официально от немцев деньги из расчета 24 рубля на взрослого ежемесячно и 12 рублей на ребенка. И вот эти деньги и поступали. А когда возникла угроза, что Россия просто уже выходит из войны, вскоре после этого заявления, французская разведка попыталась переделать эти все разговоры на то, что это вот, мол, только большевики получают деньги. Недавно, года 3-4 назад, вышла очень любопытная книжка Поповой, как раз посвященная только этому вопросу. Деньгам? Да. При этом она, судя по всему, работник того самого нашего полусекретного архива, где хранятся документы иностранцев Франции, Германии, чего угодно, в разное время попадавшие к нам, но в основном как трофеи 45-го года. И вот она там нашла переписку между представителями французской разведки в России,
уже республиканской, революционной, французского посла с Парижем. И оказывается, сначала французы расследовали, что это за деньги, откуда. И Парвус, и другие лица, которые всплывали, и выяснили, что... Да, в Копенгагене сидели наши ребята, которые, в частности, Ганецкий, который потом стал, видно, большевиком, и занимались коммерцией. Они покупали в Германии товары, которые немцы не могли вывезти за рубеж. Война По-моему, по большей части медикаменты. Да, женские чулки и прочую всякую дребедень. Отправляли в нейтральную Данию, и там... Было много фирм, в том числе одна с этим самым Ганецким, которая отправляла уже из нейтральной Дании эти вещи в Россию. А из России туда шли деньги? Конечно, конечно. И вот шел, ну, нормальная торговля, да? Банки, какие-то деньги. И вот эти попытались сначала французы деньги выдать за немецкие на большевиков. И не получилось. И они развели руками, ничего невозможно сделать. Поэтому те, кто продолжает считать, что большевиков прислали немцы в пломбированном вагоне, всего 29 человек, да еще снабдили миллиардами золотых марок. Это надо почитать только, извините, Юрий Николаевич, мемуары Людендорфа. Да, который, да. Он же должен был все это курировать. Выясняется, что никак. И он об этом-то, про большевиков этих, узнал чуть ли не летом 17-го года. Конечно, вообще. Более того, к концу войны уже, у них после денег Брестского мира, тот же Людендорф написал: «Знал бы я, чем это все кончится, да я бы расстрелял бы этих большевиков еще в этом пломбированном вагоне». И он же пишет, что у Германии самой уже не было никаких денег. Конечно, нечего было тратить на большевиков. При этом, не забывайте, все это говорится ради чего? Большевики разложили армию. Конечно. Вот этим слушателям я хочу напомнить. Летом, в июле 17-го года, Временное правительство назначило главкомом, главнокомандующим вооруженными силами России, кого? Корнилова, знаменитого теперь героя, гражданской герой. Войны. Что делает этот Корнилов? Он прежде всего сдает немцам Ригу, открывая дорогу на Петроград. И во-вторых, делает то, за что он должен был бы быть расстрелян в ту же минуту. Он начинает делить русскую армию, находящуюся на фронте, на две – русскую и украинскую. Вы представляете, идет опрос солдат. Ты кто, русский или украинец? Во-первых, до революции 17-го года не было понятия национальность в нашей стране. Был пункт вероисповедания. Христианин, иудей, мусульманин и так далее. Но национальности не было. И вот этих бородатых солдат спрашивают: ты кто, русский? Тогда остаешься в окопе, украинец в тыл на переформирование. И тут же все дружно стали говорить, что они украинцы, потому что главное уйти с фронта, а дальше, прихватив свою винтовку, а может и пулемет, рвать в родную деревню, дальше делить землю. Конечно. И они не думали, кто он, украинец или нет. Но вот то, что сделал Корнилов, раздел армии, когда началось формирование первого украинского корпуса во главе с генералом Скоропадским, развалило армию. Но как можно во время войны делить армию по национальному признаку? Почему об этом никто не говорит? Почему продолжают восхищаться? Неудобно. Неудобно. Преступником Корниловым, который действительно в прямом смысле слова развалил остатки русской армии. А какие у него усы? А как он фуражку носит? Да. Это да. Же портупея. Портупея одна. Да. Понимаете, вот
это должно сегодня интересовать людей. Нет, как... людей должны интересовать глубинные процессы, чистота исторических фактов. А то у нас призывают к национальному примирению. На какой почве? Лживые истории? Ой, да это невозможно. Люди должны вспомнить. Национальное примирение у нас произошло 22-23 июня 41 года. Почему я называю эту дату? Я уже говорил, Павел Николаевич Милюков, известный наш историк, лидер кадетской партии, лидер самой сильной до революции партии в стране. Антибольшевик, антисоветчик, создатель белого движения, вдохновитель его. 23 июня 41 года в своей газете парижской «Последние новости» он помещает передовую, подписанную им, где пишет: «Немцы напали на нашу родину. Если мы сегодня не встанем на защиту Советского Союза, тогда мы будем предателями тех идей, за которые мы воевали в гражданскую войну». Это пишет. Он их посылает куда подальше. А вот Мережковский и Гиппиус шлют телеграмму поздравительную Гитлеру. Как замечательно, что вы напали на ненавистную нам страну. Но сегодня не хотят это говорить. А вот это и был момент примирения, когда даже иммиграция либо туда, либо сюда, в крайнем случае нейтральная. Вот когда произошло примирение. Примирение на почве Советского Союза, признание его, признание того, что нужно помогать своей стране в минуту тяжкой опасности. Вот этот день я сделал бы днем примирения. И об этом говорил бы, что даже белогвардейцы поняли, что сталинский Советский Союз – это их мечта 18-го года. Единая, неделимая, неделимая и одна из мощнейших стран мира. Нет, ну, Союз после войны стал Второй мировой державой. Конечно, конечно, и они это понимали. И они гордились теперь Советским Союзом, а не Российской империей, от которой они отказались весной 17-го года. Понимаете? Значит, Юрий Николаевич, у меня буквально еще остается два вопроса. Правда, до новостей без малого 3 минуты. Да. Вот о чем я бы хотел еще вас спросить. Скажите, пожалуйста, говорят, что большевики устроили гражданскую войну, а я напомню, что в Москве юнкера обманом заставили сдаться солдат, по-моему, 56-го полка, он был распорчен в Кремле. Они, юнкера, когда те сдались, русские, не латышские стрелки, не евреи, упаси Господи, русских солдат расстреляли из пулемета 300 человек. Генерал их даже сказал, что меня вместе с ними расстреливаете. Да. И что сделали с юнкерами? Да отпустили. Да. Вот она кровавая советская власть-то. А вспомните, а отпустили фактически по честное слово тех генералов, которые возглавили на юге добровольческую армию. И не только генералов, а огромное количество офицеров. Да, да. Но не такое большое, потому что весной следующего 18-го года в Красной армии было примерно 75% кадрового состава императорской армии. Кадрового. Я имею в виду не тех, кого срочно из студентов и гимназистов сделали прапорщиками, а действительно кадровых офицеров. Ведь что любопытно, когда шла гражданская война, в Красной армии были формирования, армии назывались первая, вторая, там, двадцатая и так далее. Так большую часть этих армий возглавляли царские генералы. Приведу самый простой пример. Юрий Николаевич, минута остается, так что когда я скажу, то тогда прервемся на новости, хорошо? Хорошо, пожалуйста, хорошо, Юрий Николаевич. Давайте.
Я напоминаю всем, что у нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Речь идет об Октябрьской революции и мифах, которые ее окружают. В следующем часе Юрий Николаевич ответит на пару моих вопросов, а потом вы сможете задавать ему вопросы по телефону, и несколько, к сожалению, пишут одни и те же трое сумасшедших, а есть несколько вменяемых вопросов, хороших, я их задам. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Юрием Николаевичем Жуковым, автор книг «Иной Сталин», «Сталин тайной власти», «Арктический щит», «Обратная сторона НЭПа». Юрий Николаевич, упустил что-нибудь, наверное? Первое поражение Сталина. Самое главное, сейчас одно из московских издательств так готовит шеститомник всех этих работ по политической истории. Отлично. Моих книг. И узнать бы еще каким тиражом. Ну, это уже дело темное. Да, ну, ладно, хорошо. Да. Хорошо. А людей интересует Фанни Каплан, людей интересуют латышские стрелки. Это детали. Можно одну деталь только досказать? Пожалуйста, конечно, Юрий Николаевич. Так вот, 3,5 года на фронте провел генерал-майор Самойло, кадровый генерал, кадровый офицер русской армии. В 18 году, в конце, он получил 6-ю армию и воевал на Северном фронте. Воевал не со своими, а с англичанами, которые высадились в Архангельске и Мурманске. Год воевал и выгнал их, разбив в пух и перья, вдрызг. Вот этот генерал спокойно прожил оставшуюся жизнь и умер на пенсии у себя дома в постели. Юрий Николаевич, крымский почему вешатель... Почему о нем не говорят? Крымский вешатель Слащев. Да. Которого там Булгаков каким-то образом там отразил в беге. Да. Вернулся, преподавал. Конечно. Ну, убил его один из родственников повешенных. Нет, человек сумасшедший. Как оказалось, он был тяжело контужен, был невменяемый. И во время лекции Слащева, услышав рассказ о том событии, где и погиб его брат, вытащил револьвер и застрелил лектора. Но это проявление сумасшествия. Ну, чистой воды. Понимаете, я хочу сказать, у нас не хотят признать, все лучшие силы русской армии перешли на сторону Красной армии в феврале-марте 18 года. Более того, о том же, по сути дела, и писал журнал «Нива», самый распространенный, самый популярный, самый многотиражный политический журнал того времени. После Корниловского мятежа, Корниловского мятежа, журнал написал: «Отныне судьба России будет решаться борьбой между большевиками и армией». Так оно и получилось. Почему они так написали? Да потому что только армия и большевики имели структуры, охватывающие всю страну. Организацию? Да. Армия изначально всегда, а большевики сумели мгновенно за несколько месяцев создать свои комитеты по всей стране, главное, в крупнейших городах страны, на железных дорогах и так далее, получили возможность действовать в масштабах всей страны, а не как эсеры или кадеты, только в отдельных крупных городах. Юрий Николаевич, у меня вот какой вопрос. Да. Ради дискуссии, ради разговора. Да, пожалуйста. Предположим, большевики взяли деньги у немцев. И что они потом с немцами сделали? Очень просто. Даже если мы предположим. Они воевали чужими руками с немцами. Напомню, Брестский мир. Сначала его подписали представители украинской директории.
и впустили немцев и австрийцев на территорию Украины. А только через месяц, уже когда немецкие войска дошли до Ростова на юге, большевики наконец подписали Брестские миры с немцами. Но тут же развернули войну, которая формально являлась как бы партизанской. Тот же Щерс тут же создает первый советский украинский полк, потом это уже бригада, два полка, затем дивизия, который воюет с немцами под видом украинской советской армии, не большевиков. Хотя формирование все происходило в нейтральной полосе, мы отправляли туда и людей, и оружие, и что угодно, и мы не давали покоя немцам все время, пока не оккупировали Украину. А потом у них произошла революция, они уехали домой. Конечно, убежали. Убежали, кроме тех, кто застрял в Латвии. И долго воевал еще целый год, защищая немецкую власть в Курляндии и Лифляндии. Потому что в 17-м году немцы там ухитрились создать Балтийское герцогство, которое считали частью Германской империи. И у меня последний вопрос, Юрий Николаевич. Можно ли сказать, что именно большевики сохранили в тот момент Россию в том виде, в котором это было возможно? Разумеется, бесспорно, потому что белые, зеленые сепаратисты воевали на окраинах и пытались урвать кусок страны. Большевики, создавая советскую власть на Украине, Белоруссии, в Латвии, где угодно, через форму советской власти, через военно-политический союз советских республик, этих национальных, делал все, чтобы восстановить страну в максимально раздвинутых границах, раздвинутых по отношению к линии фронта гражданской войны. Сталин, занимавшийся этой проблемой 2 года, сразу сказал, о Финляндии и Польше не о чем думать. Это отрезанные ломти, и никогда они не вернутся в состав нашей страны. А вот все остальное нужно восстановить. И он сумел это сделать, когда в 1939 и 1945 году. Все сделал, восстановил территорию бывшей Российской империи, за исключением Финляндии и Польши. При этом и Финляндия, и Польша после 45-го были дружественными нам странами. Вот что сделал Сталин, а не Корнилов, Калезин, Деникин, Колчак, кто угодно. И вот на это нужно ориентироваться, потому что есть конкретные факты. Вот они таковы. И никуда нам от этого не деться. Поэтому я уже цитировал эту передовую Милюкову. Он сказал, мы должны защищать Советский Союз, защищать Сталина, чтобы не быть предателями своих лозунгов периода гражданской войны. Напомню, единое и неделимое. Большевики создали единую, неделимую Советскую Россию под названием Советский Союз. В 1991 году предатели Горбачев, Ельцин и так далее разрушили страну. Вот 2 непреложных факта. Нравятся они кому-то или не нравятся. Юрий Николаевич, вы хотите еще что-нибудь? Вы знаете, я бы добавил только одно. Да, пожалуйста. Разговор о мире. Разговор о мире начали в 16-м году в Берлине, вела переговоры княгиня Васильчакова. Затем начали вести в Стокгольме представители царского правительства. Мало этого, не только царское правительство готово было к сепаратному миру. В Великобритании был такой лорд Ленсдаун. Он был инициатором создания Антанты. А в конце 16-го года он подготовил, написал меморандум
и передал его членам военного кабинета, где говорил, что все, ребята, навоевались, заключайте сепаратный мир. В том же ноябре 16 года, вступив на престол, новый император Австро-Венгрии Карл обратился в своей тронной речи, сказал, что он будет делать все, чтобы как можно скорее избавить свой народ от ужасов войны. Дальше, 17-й год, лето, тогдашний папа римский Бенедикт XIII обращается ко всему человечеству, Бенедикт XVI обращается к человечеству, требуя немедленно заключить мир, потому что нельзя истреблять друг друга до бесконечности. Простите, а разве большевики говорили что-то иное? Все уже говорят мир. И в Лондоне, и в Берлине, и в Вене, и в Риме. Почему мы делаем исключение для большевиков, для Ленина? Они что, более кровожадны были? Нет. Они мечтали, когда война уничтожит все население Европы. Нет, они были столь же циничны, сколь и все остальные. Да. Как да. Нормальные крупные политики. Конечно, при этом они понимали, ну нельзя воевать уже, ну нельзя. Нельзя заставлять гибнуть людей без конца неизвестно за что. За немецкие колонии, английские колонии, за раздел Турции. Кому придет возможность установить на Святой Софии крест вместо полумесяца? Правильно? Да нет. И потом, вот в последнее время у англичан, у американцев никто никому ничем не обязан. И никто не хотел России никаких проливов отдавать. Конечно. Никаких территорий никто не хотел отдавать. Конечно. И еще я напомню нашим уважаемым слушателям. После войны в литературе англосаксонской появляется направление «потерянное поколение». Да. Олдингтон, Хемингуэй, другие писатели пишут о том, какова была действительно мировая война, сколь она была трагична для всех народов. А Ремарк, что он восхищался войной в своих романах «На Западном фронте без перемен» и так далее. Все они признали чудовищность войны. Но теперь Ленина, большевиков, за то, что они были так же, как и весь мир, против этой чудовищной войны, вешают этикетку предателей. Чего? Кровожадности, людоедов. Вот так вот. А сколько хозяйств были с Сахой? Да. Ой. Юрий Николаевич, да. Вы будете отвечать тогда на вопрос? Значит, сразу вам читаю. Страна строилась 1000 лет, кричит Андрей Зарушен. Я не знаю, что такое Зарушен. Как страна, одна стая часть суши, рухнула в феврале 17-го практически за 3 дня. Как такое могло произойти? Получается, Россия лет колосс на глиняных ножах. Что вы думаете, Юрий Николаевич? А где царь? Только что говорили, кто да. был этот царь. Я бы напомнил этому слушателю про царей. Вот возьмем Александра Первого. Уж не буду говорить, как описал его в исключенной главе к Евгению Онегину Пушкин. Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой. Что делает Александр I в 1818 году? Отменяет крепостное право в 3 губерниях – Истлянской, Лифлянской, Курлянской. Сегодня это Эстония и Латвия. Про русских крестьян, белорусских, украинских забыл намертво. Ничего, поживут в рабстве еще, сколько потребуется. Это хорошо. Дальше. Екатерина II, не имея никаких прав на престол, организует убийство мужа. Нравится, не нравится, законный император. Его убийство занимает его престол. Тот же Александр I знает, присутствует при убийстве отца Павла. Александр III занимает незаконно престол, потому что был в числе организаторов убийства Александра II. Понимаете, вот что такое наш царизм. Сгнивший, развращенный, предельно
непринимаемой уже всей страной. Одна распутинщина чего стоила? Ведь стонала страна от того, что какой-то грязный мужик из Сибири командует всей страной, командует царицей, через нее императором, и, следовательно, всей страной, и вертит этой страной, как хочет, назначает, кого хочет, министрами. Это что? Великая держава? Да о чем тут говорить? Нас губил не большевизм, нас губил царизм, самодержавие, который затянулся на несколько столетий больше своего срока. И более того, самое главное, сгубило крепостное право, которое почти на 500 лет протянулось после того, что произошло во Франции и в Англии, когда его отменили. Вообще крепостное право у нас существует в самых разных видах и по сегодняшний день, я думаю. Конечно, конечно. А как же? Вот от этого мы никак не можем уйти. Вот где главные проблемы. В нищете, в неграмотности держат народ, а во главе клика самодержавная, которая делает, что хочет, и живет, как хочет. Показывают нам дворцы. Ребята, а ведь члены императорской семьи не работали. Они зарплату не получали. На какие деньги все это строилось? А на те самые, которые отнимали у тех же крестьян, а потом еще и у рабочих. Так вы же говорили, Юрий Николаевич, как да. В России в 1861 году отменили крепостное право. Фирс говорит в Вишневом саду, ну, это, естественно, до того, как беда пришла. Да. Я не, за смысл ручаюсь. А его спросят, ну, говорит, известно, воля, вот какая воля была. Да, и все это и привело к тому взрыву, который произошел из-за того, что сначала Николай II взял деньги во Франции, кредиты, огромные деньги, беспроцентные, за то, что он бросит свою страну, не готовую к войне, воевать, а народ уже не выдержит, все, за горло его все взяло, взорвался. Почему народ должен был терпеть это все? Почему он должен был умирать? За то, что Николай взял у французов деньги, золото, из-за которых потом шли переговоры все 20-е годы, да и потом всплывали эти разговоры о том, что хорошо бы нам выплатить этот долг Франции даже во времена начального Ельцина. Ну, а еще же ведь мы вспомним кровавое воскресенье, Ленский расстрел. Конечно, конечно же. Уже все. Проигрыш русско-японской войны, которую мы сами развязали. Нам уже было мало и Кавказа, и Средней Азии. Уже прихватили Манчжурию, хотели Корею прихватить, не поделились с японцами. И проиграли, потому что Япония, маленькая азиатская страна, которую мы презирали, оказалась в военном плане сильнее нас. Конечно, конечно. Вот это все шаг за шагом приближал крах царизма. Не России как страны, я подчеркиваю, страна – это территория и народ. А государство, которое было самодержавное, дикое, отсталое, презирающее свой народ, не уважающее и не любящее свой народ. Юрий Николаевич, ну что, принимаем звонки теперь? Да, конечно. Все. Итак, я напоминаю, по московскому коду 495, телефон прямого эфира в студии 7373948. Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Я повторяю, вопрос, ваше мнение на сегодняшний день никого не интересует. В другой раз мы будем обмениваться мнениями. Пожалуйста. Святослав. Да, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Как может прокомментировать Юрий Николаевич Жуков такой пассаж экс-прокурора Крыма, которая, называющая себя Поклонской, которая говорит, что Николай II не отрекался, и, дескать, у нее есть документы. Кто ее научил? Нарочницкая? Вот, Юрий Николаевич, вы же знаете Нарочницкую. Ну, простите, какой идиот научил эту дуру, которую неизвестно, как попала в охотный ряд? Ну, есть, хранится отречение Николая II за себя и за сына, отречение Михаила, и публиковались, и можно в любой момент посмотреть. Но это все равно, что вдруг она сегодня заявила бы, ерунда, земля плоская.
Но это сродни так эти заявления. Я Но боюсь. Она позорила себя своей неграмотностью, вопиющей, дикой. И я боюсь, что тут виной украинское высшее образование. Конечно, думаю, безусловно. Ее так учили самостийники и незалежники. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к уважаемому Юрию Николаевичу. Пожалуйста. Вот он говорил про царизм, самодержавие. А пусть он проведет параллели с нынешним ситуацией. Так, одну минуточку. Одну минуточку. Товарищ Сталин говорил, что исторические параллели опасны, и мы обсуждаем сегодня... Тогда изменю. Вопрос тогда, в чем, по мнению Юрия Николаевича, самое главное взрыв народа? То есть, ну, все-таки же мы не сами там... Я ничего не понял из того, что вы сказали, поэтому попробуйте дозвониться еще раз, когда вы сформулируете вопрос. И я попрошу вас, вот эти вот вопросы на слабо, Юрий Николаевич абсолютно прямой и честный человек, а если вам жареного хочется, вы другие радиостанции слушайте и читайте издания печатные, которые на этом делают деньги. Сейчас мы говорим о 17-м годе, о революции. Конечно, конечно. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот Юрий Николаевич говорит, что большевики чуть ли не спасли Россию от царизма и от тех, значит, негативных моментов. Так. Но вот все-таки война. Первая вопрос. Мировая террористическая вопрос. Война. Вопрос! Не надо резину тянуть! Большевики ведь вели предательскую политику. Так. Большевики агитировали на фронте. Все, я объясню. Я объясню, почему этот человек был отключен. Он решил взобраться на бочку и устроить митинг. Это непозволительно. Я лишний раз повторю, что митинг не был объявлен в программе сегодняшней передачи. Вот когда будет митинг, я отсюда уйду, а все будут митинговать. Да, лето 17-го года неповторим. Вот, так что и вот это вот желание, не зная своей истории, делать выводы по сегодняшнему дню, вы знаете, это смешно и жалко. 7373948, вопрос, повторяю, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вопрос поблагодарить за правду Юрия Николаевича. По мне, так это самая лучшая история. Спасибо большое. Я с вами абсолютно согласен. Это лучший историк новейшей истории, извините, я повторяюсь, Советский Союз и Россия. 7373948, здравствуйте. 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 Вот я хочу вопрос задать Юрию Николаевичу. Я раньше всегда его слушал, не соглашался. Теперь вот согласен, когда он аналогии привел нынешней власти с той, царской. Понимаете, дело в чем? Нет, я не понимаю, потому что вы опять хотите устроить митинг. Да нет, вы дослушаете. Так я не буду вас слушать, если вы не зададите вопрос. Ну, я вам задаю вопрос. Вы не мне, Леонид. Юрию Николаевичу вы зададите вопрос. Вот я вам задаю вопрос, Леонид. Вы Юрию Николаевичу вопрос задавайте. Нет, это непродуктивно. То, что сейчас происходит, непродуктивно. У нас в гостях блестящий историк, серьезнейший историк. Так задавайте ему вопросы, если вас что-то интересует. А митинг устраивать нет. Нет. 7373948, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Вот да. Вы говорили про общины, как они повлияли на вот этот период. И скажите, общины были везде, вот в Беларуси и Украине тоже был общинный строй? Нет, вся страна была по-разному. Начинайте со Средней Азии. В Бухаре и Хиве были официально рабство. Рабство! Были жуткие отношения на территории Польши, Белоруссии и Украины. Там все усилилось тем, что помещики были поляки-католики, а крестьяне были православные. Прибалтика. В 18-м году дали свободу крестьянам, но не дали земли и запретили уезжать за пределы губернии. Это что? И всюду по-разному делалось. Отсюда, в Прибалтике, мыжи, фермеры появляются, фермерское хозяйство, чего не было ни в Белоруссии, ни на Украине, я имею в виду сегодняшние Белоруссии, Украины и Россия.
И поэтому для наших территорий был естественен переход от этой общины к колхозу, потому что колхоз как бы повторял ту же самую общину. Вместе работать. А вот... Юрий Николаевич, сейчас будут новости. Теперь, если бы нами правили не Бенкендорфы, вот мы бы стали великими. Вот был патриот России, великий государственный деятель. Вы почитайте что-нибудь. Почитайте. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Юрий Николаевич продолжит отвечать на ваши вопросы. Программа Леонида Володарского. Мы продолжаем нашу беседу с доктором исторических наук Юрием Николаевичем Жуковым. И вот вопрос, Юрий Николаевич. Значит, да, слушаю. Нет, вот я считаю, что к тому, о чем мы сегодня разговариваем, Маннергейм, мемориальная доска, Колчак, это не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней передаче. Если вы считаете по-другому, пожалуйста, Юрий Николаевич. Нет. Я только могу сказать одно. Маннергейм боролся, швед, за независимость Финляндии в максимальных размерах ее. Ну и потом, какую-то роль же он сыграл, по-моему, в блокаде Ленинграда. Там, конечно... Изрядно нехорошую. Ну да. Но уже, к счастью, сняли эту доску, о чем забыли оповестить людей. Вот... Сняли. Юрий Николаевич. Этой доски. А вот про Колчака почему-то еще все продолжают говорить. Ну... Хотя тоже нет смысла. Я попросил бы не задавать Юрию Николаевичу вопросы о других историках. Это есть профессиональная этика. Юрий Николаевич, вы согласны со мной? Согласен. И, в общем-то, к теме беседы это не имеет отношения. Так, это вот Абдул-Хамид о похождениях Колчака, ну это вопрос национального примирения, как, что, как кому подходить. Юрий Николаевич, ну это, наверное, отдельная передача должна быть. Конечно, обязательно рассказать о том, как он не выиграл ни одной битвы, а только перевешивал всех членов учредительного собрания в Омске. Вот, Юрий Николаевич, вот вопрос. Все ли архивы времен 17-го года и гражданской войны сейчас открыты? Игорь спрашивает. Да, вот этот период уже полностью открыт. Бездна новых материалов, которые никто еще толком, не то что толком, вообще в руки не брал. Из историков. Недавно открыли огромный фонд. Был такой у нас деятель партийный Яковлев, который как раз и написал избирательный закон 36-го года о всех этих пунктах сегодняшней выборной системы, включая альтернативность. Так вот, он в 35-36 году собирал воспоминания людей, документы для празднования в 37-м 20-летия революции. Это ничто не было опубликовано, и лежат толстенные папки, сообщающие, что происходило по всей стране в мельчайших деталях. Юрий Николаевич, Олег задает вопрос. Почему казачество в большинстве своем поддержало белых, и почему многие воевали потом за Третий Рейх? Он не преувеличивает в своем вопросе часом? Он преувеличивает. Пусть он почитает Шолохова «Тихий Дон» для начала. Там очень много фактического. И казаки так же, как и весь народ, то был за красных, то за белых, то снова за красных. А в общем-то основная часть казачества осталась на Дону и Северном Кавказе. Да, часть ушло, но ушло куда? В Аргентину, в Уругвай, где отказалась от дальнейшей политической борьбы с кем бы то ни было. А то, что Краснов учинил этот казачий корпус, ну, простите, это уже начиналась оперетта, чистая оперетта. Да, и вот, так, правильно,
Вот человек пишет, все нам все врут. Не все. Надо самим умнеть и всем говорить, как Станиславский. Не верю, не всем. Но то, что люди хотят... Пришел вопрос, Юрий Николаевич, а кто прав, белые или красные? Да постарайтесь сами разобраться. Да. Юрий Николаевич, спрашивают, что почитать. Например, кто-то спрашивает о объективной и серьезной биографии Ленина. Есть на сегодняшний день у нас такая? Есть, есть. Пожалуйста. Есть. Сейчас, как же его фамилия? Сейчас, ну, попозже я вспомню. Прекрасные два тома из трех вышли. Ага. Что бы вы посоветовали прочитать по февральской и по октябрьской революциям 17-го года? Ну, прежде всего и в основном, брать нужно сборники документов и читать. Вот это даст больше, чем интерпретация отдельных документов, сделанная кем-то. Пусть читатели сами вникнут, при этом пусть помнят, что да, естественно, был какой-то отбор, но документы все-таки дают больше, чем любой историк интерпретатор этих документов. Вот, Юрий Николаевич, Рустам спрашивает, можно ли еще раз про Горького? Был ли Горьким лидером большевиков до 11-го года? Никогда в жизни. По-моему, тоже. Да, это уже фантазии. Вот спрашивают там слушатель наш с псевдонимом Джон Гудман, приход большевиков — это случай или неизбежность 17-го года? Раз это произошло, это неизбежность. По одной простой причине. Во-первых, временное правительство не было властью во всей стране. Это легко понять, изучая, что происходило в Прибалтике, на Украине, на Кавказе и так далее. Не было властью. Большевики подняли, не помню, кто это сказал, власть с земли. Она валялась никому не нужна. И только они ее подняли. Почему они удержались? Да потому что они удовлетворили волю народу. Земля и мир. Вот два пункта, на которых стояли большевики, в отличие от всех остальных. Белые возвращали землю помещикам. Временное правительство не могло все свое время существования раскачаться, чтобы принять закон о земле. Сделали это только большевики. Вот и неизбежность. Кто выполняет волю народа, тот и становится настоящей властью этого народа. Кто угадывает то, что нужно народу, да, или просчитывает, да, или просчитывает. Я просто, извините, Юрий Николаевич, я скажу, у нас же ведь на телевидении полным-полно людей, которые все знают. Ну, разумеется. Все знают, они и про Японию знают, и про, ну, про Россию вообще, и про историю знают. И они все хорошо знают про Трампа. Никто из них не прочел геттисбергскую речь Трампа, октябрьскую, где он объясняет и рассказывает абсолютно все. Бог ты мой! И люди нам пишут, роль старообрядца в революции 17-го года. Да никакой! Это зацикленность на тех крохах, которые люди знают. Конечно. Поэтому я к себе и приглашаю в передачу людей, которые свое дело знают, будь то Юрий Николаевич Жуков, Сергей Шестов, Игорь Георгадзе, Елена Сьянова. У меня говорунам напыщенным места нет и не будет никогда. Леонид, я насчет Трампа добавил бы только одно. Хорошо бы людям рассказать о Хью Лонге, губернаторе Луизианы, а затем сенаторе от Луизианы. Я им посоветую. Дважды описанном Уорреном и Льюисом. Да, я бы посоветовал, во-первых, прочесть в блистательном переводе Виктора Петровича Голышева «Вся королевская рать». Да. И вообще, почитайте про Хью Лонга. Это очень любопытное и назидательное чтение. 7373-948. Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот как бы вы пояснили лозунг большевиков превратить империалистическую войну в гражданскую, на которую так любят ссылаться нынешние либералы? Очень просто. Это, во-первых, не лозунг большевиков, а товарища Маркса и Фридриха Энгельса. Это первое. Второе. Имеется в виду, коли народ вооружили, так пусть этот народ воюет не между немцами и русскими, немцами и французами, а воюют рабочие немцы с немецкими капиталистами и буржуа, французские соответственно. Имелась в виду гражданская война, в общем смысле классовая война. Рабочие и крестьяне должны брать власть в свои руки, только и всего. Так, вот, отлично. Я бы ответил на этот вопрос сам. Вопрос звучит так. Временное правительство масоны, но так как слово масоны написано через два «С», я воздержусь. Я воздержусь. А я отвечу. Все забывают, что в это время были уже псевдомасоны. Люди молодые не помнят о псевдомасонской лиге в Италии Пи-2. Вы наверняка помните о ней. Да я помню. Это уже были игры в масоны. То есть клуб по интересам. Да, и деловые и знакомства. Больше, и не больше. С настоящим масонством, которое кончилось в эпоху Наполеона, ничего не имеет общего. Юрий Николаевич, нынешние молодые люди не только, кто такие масоны, не знают. Ну, что делать? Нет, это уж да, это данность. 7373948, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Это Евгений, Москва. Юрий Николаевич, спасибо вам за ваши книги. И хотелось бы узнать, вот вы говорили, что скоро у вас выйдет книга «Сталин. Шаг вправо». В каком она издательстве и когда будет ее ожидать на прилавках? Могу ответить. Спасибо. Издательство «Концептуал». Выйти она должна где-то в конце декабря. Спасибо, Юрий Николаевич. А разве большевики, Вадим, он удивлен, он искренне удивлен, Юрий Николаевич, а разве большевики отдали землю крестьянам? Нет, они себе взяли и положили в карман. Это да, как, на что претендуют люди, задающие подобные вопросы? Был декрет о земле, крестьяне делили землю. Что было потом, это уже другая совершенно история, абсолютно. Да. 7373948. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте. Здравствуйте, это Валерий Иванович беспокоит. Скажите, пожалуйста, пускай пару слов расскажет о чешском корпусе. Это, вот, Юрий Николаевич, отдельная же история. Вот это вот действительно очень интересный фрагмент той истории. Да. Я могу коротко ответить. Да, пожалуйста, Юрий Николаевич, пожалуйста. Царское правительство сформировало из чехов и словаков военнопленных воинские подразделения, которые были развернуты в корпус уже летом 17-го года. Но этот корпус находился далеко от линии фронта. И когда был подписан Брестский мир, чехи и словаки испугались, что они могут вернуться под контроль Германии и Австро-Венгрии, где будут повешены, расстреляны как предатели. Поэтому они решили уходить. Но уходя, они в Казани прихватили всего лишь навсего государственный золотой запас, да, который увезли в Прагу, где превратили этот наш золотой запас в Легио Банк. В легионе, в чешский легион, да. Более того, когда было подписано Мюнхенское соглашение, те, кто отвечал за этот банк, вовремя сообразили и вывезли это золото неизвестно куда. И немцы кусали локти, что нету этого золота. Нету, не получили они. А когда чешский корпус поднял мятеж по всей Сибири? Да. По линии железной дороги транссибирской. Да, почему-то со старшими офицерами корпуса ехал в одном купе английский разведчик Сомерсет Моэм. Да, и да. Вот меня уже научили эксперты Сергей Шестов и Игорь Георгадзе, не бывает таких совпадений. Конечно, не вот бывает это не таких совпадение явное. Так, вот видите, человек написал масон с двумя «С», писал все, а теперь с одним написал. Вот, Юрий Николаевич, вы еще и цивилизатор. Так. Вы еще, оказывается, и цивилизатор. 7373948, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я бы такой вопрос хотел задать. Вот в Советском Союзе главной задачей
Это значит было уберечь от следующих поколений правду о том, как вот жили предки. Нет такого ощущения, что в России сейчас то же самое наблюдается. А вот что вспоминать и как вспоминать, это, мне кажется, вот дело совести каждого человека. Спасибо. Нет, не согласен с вашим утверждением. В советские годы не уберегали население от прошлого. Более того, как никогда процветала история, настоящая история. Другое дело, все путают, что то, что произошло 50 лет назад, только-только начинает становиться объектом исследования историков. До революции вообще историки не должны были лезть дальше Петра Первого. Это 100 лет. У нас был примерно условно промежуток в 50 лет. И вот когда проходит 50 лет после, ну, крупных эпохальных событий, начинается настоящее изучение, когда появляется возможность работать с документами, и не будет затронута ни одна живая личность. То есть те, кто связан с прошлым, уже умерли, ушли. Вот тогда можно свободно работать и писать. Иначе посыпятся судебные иски. Родственники будут требовать оправдания или обвинений, или черти чего. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте. У меня бабушка... Вопрос? Вопрос? Да-да-да, но она в Екатеринбурге вопрос. Просто была, когда Колчак туда вошел, и парад они устроили вместе, совместно с британскими советниками. И всем детям тогда дали подарки. И моей бабушке досталось там английское. Вопрос, платье, пожалуйста. Где были бы сейчас вот эти вешатели досок Колчака, если бы он вошел в Петербург? Потому что после парада там на этой же площади рабочих вешали, и народ за этим должен был наблюдать. Спасибо, но честно, я просто прошу всех, пожалуйста, формулируйте ваши вопросы. Вопроса не услышал. Вопрос вот какой. Если бы Колчак вошел в Москву и в Петроград, ну, он бы, наверное, повешал бы вот это вот, то, что называется, краснопузную сволочь. Ну, его цель была повесить. За Колчаком это уже числилось. Я сказал, совершив переворот в Омске, захватив власть, прежде всего повесил демократов, членов учредительного собрания. Большевики их не расстреливали, не вешали, а повесил Колчак. Но бодливой корове бог рог не дает. Но не дало было адмиралу, не выигравшему ни одного сражения на море, выиграть еще и на земле. И, кстати говоря, самые жесткие очаги сопротивления Колчаку в Сибири – это столыпинские поселенцы. Да, более того, они никакого отношения к большевикам не имели. Это были крестьянские массы, которые боролись с Колчаком, с чехами, со всеми, кто мешал им нормально жить, сеять хлеб, собирать его, жить. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову, здравствуйте. Добрый день, Александр. Ну, коротко, спасибо огромное за передачу, внимательно слушаю. Вопрос такой. Можно ли считать, что то время, в котором мы живем, его можно назвать как ползучая контрреволюция? Конечно, безусловно. Потому что у нас была революция, которая поставила такие-то цели и задачи перед страной. Мы развивались по этому пути, а потом бабах по голове и говорят, давай назад в 17 век и начинай все снова. Вот это просто и называется контрреволюция. То есть деяния, которые отвергают то, чего добилась революция. А вот человек пишет, а вот Нэ Стариков революцию очень ругает. Так Нэ Стариков не историк? Да. Так он да. Публицист, он не историк. Политолог, кто угодно, кто но не угодно, историк. Но никак, ни с какой стороны не историк. 7373948, здрасте. Добрый день, Леонид. Да, здрасте. А вы скажите, пожалуйста, что проект Романовых, это было уничтожение России, именно Романов, а Рюриковичей уничтожили всех Рюриковичей? Спасибо, все, спасибо большое. Нет, ну что вы, Рюриковичи еще в мои времена жили, были представители родов Рюрика,
которые работали нормально в советских учреждениях, и все было нормально, что вы. Так, я сразу скажу, дураков и психопатов не зачитываю. Вы, наверное, уже к этому привыкли. Чего пишете? Чего пишете? Зачем это вам? Все равно вас никто не считает. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Про Дарданеллы уточнить. Пожалуйста. Я не понял. Англичане все-таки хотели помочь тем самым России, а Россия ревновала... Англичане хотели добиться своих целей, вынудить Россию держать армию на германском фронте, чтобы русские солдаты гибли, а не англичане во Фландрии. Они же высаживались в Дарданеллах, чтобы русские туда не пришли. Упаси Господь! Да. Малейшая возможность этого им была совершенно поперек горла. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте, а у меня вот такой вот вопрос. Насколько велико влияние таких людей, как Гоша и Маша Гогенцоллера, в России и советской власти, когда было все это? Не понял, кого влияние? Гогенцоллер. Маша, Гоша Гогенцоллер, таких людей. Гогенцоллер? Да, простите. Но это императорский прусский род Германии, представителем которого был последние два Юсуповых. И тот, который участвовал в убийстве Распутина, и тот, который был его отцом. Тоже гогенцоллерны они по крови. И никакой роли не сыграли. Угу. Ушли, как все монархии. Которые никому сегодня не нужны. Юрий Николаевич, ложа P2, это джелли, вот эти все. Да. Это, оказывается, пропаганда сионизма. Вы представляете себе, какие глубоко образованные люди пишут СМСЭ? Но у меня одно только успокоение за свои деньги. Вот это вот, я всегда от этого... За свои деньги, чего хочешь. 7373948, здравствуйте. Добрый день. Да. А вот скажите, пожалуйста, вот масса фильмов выпускается, в том числе вот фильм о Колчаке, блестящий фильм с прекрасными актерами. Кто же выпускает эти фильмы? Кто же дает, так сказать, добро на выпуск их? Те, кто заинтересован, чтобы наш народ стал полным идиотом и ничего не соображал. Если вы обратите внимание, наше телевидение гонит одновременно и такие фильмы, как «Адмирал», и «Чапаев», и что угодно. И в голове у обычного зрителя начинается кружение и непонимание, так что же было? Юрий Николаевич, вот сейчас Первый канал, который просто, я не понимаю, он снимает сериалы про советское прошлое. Я единственное не могу понять, как мои родители не повесились разом. Да. Потому что при таких условиях жить ни один нормальный человек не мог. Вот сейчас вышла «Таинственная страсть». Вы же этих людей всех знали. Ой, понимаете, там вранье от начала до конца. Приведу простой пример. Я работал с 61-го года в ВПН. Делали мы журналы для Латинской Америки. У меня был художник, который макетировал журналы. И однажды он мне в ноябре 62-го говорит, скоро будет наша выставка, и приглашает меня. Выставку открыли бывших учеников полиграфического института на Таганке в одном из переулков, в двухэтажном жутком сарае. Туда приехал отец одного из участников выставки Ильичев и Аджубей. Увидели, сказали, ой, как здорово, нужно Хрущева показать, просветить. Но везти его неудобно туда. Вызвали солдат, все экспонаты сняли, погрузили в машины, привезли в манеж. Все ясно. Да, и там развесили. И ночью, где-то в час или два ночи, по боевой тревоге свезли всех авторов этих картин и скульптур, ребят, которым было по 21-22 года. И вот не проснувшись, а некоторые после нормальной пьянки, характерной для художников, видят, идет все правительство. Подходит к Хрущеву, говорит, что это у тебя? А он ничего не понимает. И не может ответить.
И Хрущев говорит, вот, идиот сам нарисовал и не понимая что. Только один Эрнст неизвестный нормально отвечал, как самый взрослый. Ну, Эрнст неизвестный, да, воевал. И никто эти картины не растаскивал по домам, не прятал. У меня дома подарок.